Благочестие, полезное во всем, у виноградной кисти и снопов пшеницы. На злачных пажитях Господь меня пасет, Он пастырь вдов, сирот, а иногда и нищих. Иконы по стенам в служебных книгах, ушедшей доброты затертый след, и святость погрузившись, ставшая растригой, не видели, что их народ ослеп? Гиганты духа, как они сумели, о благочестии заботились так щедро, по месяцам не пили и не ели, и как бы для здоровья без ущерба. Непостижимое упорство и упрямство, граничащие с удоверством диким, в недвижимой воде пруд зарастает ряской, туда от погибающих не доходили крики. Полезное на все, а значит и всем, что и всем, не для себя же благочестить пустынь. На нераспаханное не падет посев, нет проповеди письменной и устной. Под благочестие иконная игра, с годами одиноческих видений, неведомые гении там превращались в прах, все было брошено на пение и моление. Нам пишут, говорят, что Дух Святой в них обитал, лечил их и кормил. Так почему в их подвигах нет даже запятой, что за отшельничество Бог их укорил? Уж не сокрыли ли умышленно того, как совесть их в безмолвии сгорала? Их проповедь — скелетик без сапог, подобно узнице без голоса и права. Что благочестие, закутанное в плащ, считающее самое за спасение? Оно для проповеди изверг и палач, для окружающих они прошли, как тени. 26 июля 2004 года.